Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. В этом выпуске основное за неделю. Луза и Белая Холуница могут получить статус ТАСЭР. Такую работу сейчас ведет правительство региона. А пока территорией опережающего социально-экономического развития являются только Вятские Поляны. Инвесторы, которые будут там работать, смогут рассчитывать и на льготы по федеральным и региональным налогам, а также по уплате взносов в страховые фонды. Экономика. Компания «Тека Энтерпрайз» признана банкротом. Решение принял арбитражный суд Кировской области. В отношении предприятия на полгода открыта процедура конкурсного производства. В период наблюдения было установлено, что деятельность завода была убыточной, показатели ликвидности ниже нормативных, предприятие имеет слабую рентабельность. Долговые обязательства «Теки» на 150 миллионов рублей превышают стоимость активов. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах конкурсного производства назначено на 22 мая следующего года. Процедура наблюдения на заводе была введена в октябре 2016-го. Экономика на 101 FM. Самые большие зарплаты кировчане получают после 36 лет. Это выяснила служба исследований компании HeadHunter. Данные ее опроса показали, что самые высокие зарплаты у специалистов в возрасте от 36 до 45. Но при этом работники этой возрастной группы чаще всего отмечают, что им не хватает денег на их основные расходы. Так отвечают 40% опрошенных. С возрастом число недовольных размером денежного вознаграждения растет. Достаточно получаемой зарплаты преимущественно кировчанам в возрасте от 18 до 25. Здесь недовольных 31%. Как отмечают специалисты, это связано с тем, что молодые люди не оплачивают коммунальные услуги, у них нет расходов на детей, ипотеки. Их основные траты, если не считать еды, дорога, одежда, досуг и образование. Программа «Экономика». К другим новостям. Дефицит бюджета Кирова будут покрывать за счет продажи собственности. В следующем году доходы города, согласно принятому Гордумой бюджету, будут ниже расходов на 300 миллионов рублей. На трехлетнюю перспективу финансисты запланировали переход к профициту. В 2020-м он должен составить 70 миллионов. Покрывать дефицит бюджета пока будут в том числе за счет программы приватизации муниципального имущества. В следующем году таким образом казна Кирова, по ожиданиям чиновников, должна пополниться почти на 700 миллионов. «Экономика» на 101 FM. Налоговая снизила число выездных проверок. Их количество по итогам 9 месяцев сократилось в 1.5 раза. При этом в 1.8 раза выросла их эффективность, отмечают в Кировском управлении налоговой службы. Управление за 10 месяцев собрало 37 миллиардов рублей налогов и 23 миллиарда поступило в различные страховые фонды. Там отмечают также, что в Кировской области завершен первый этап реформы контрольно-кассовой техники. Более 4500 организаций и предпринимателей зарегистрировали 13.5 тысяч единиц техники, которые в режиме онлайн передают сведения в налоговые органы. Экономика. В Кирове пройдет конгресс молодых предпринимателей. Он состоится 9 декабря и будет приурочен к завершению программы «Ты предприниматель». Участники смогут пообщаться с представителями органов власти, экспертами в своей отрасли и получить советы по развитию бизнеса. Также планируется образовательная программа. Столичный спикер Екатерина Кононова презентует авторскую методику по созданию и монетизации личного бренда. Эксперт в области продаж и клиентского сервиса Виталий Новиков расскажет, как значительно сократить траты на маркетинг и увеличить стоимость продукта. Основатель проекта «I Love Running» Максим Журило расскажет, как распространить франшизу своего бизнеса. «Экономика» на 101 FM. Напоследок коротко несколько цифр. На 3.5% вырос объем инвестиций в кировские предприятия. Около 500 миллионов рублей может быть направлено на обновление коммунальной инфраструктуры Кирова в следующем году по договорам концессии с коммунальными компаниями. Пятая часть страховых взносов в Кировской области собирается принудительно. И о валютах. Доллар на 8 декабря 59.29, курс евро 69.93. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.